Первый раунд. Бой. Паша, ручки собраны. Прощупывай левой ручкой, Паш. А дистанции держи. Да, да, твоя работа. Не опускай руки. Корпус бьет, ручки не опускай. Собрано. Локти узко. Пускай по локтям работает. Суеты много у него, Паш. Поджимай потихоньку. Паш, на ножках чуть подсядь, не застаивайся. На ножках подсядь. Паш, на ножках подсядь, не застаивайся. Больше дергай, дергай. Руки пособрани, Паш. На ножках подсядь, подсядь. И поджимай его к углу, поджимай. Корпус, через корпус. Забирай. Ногу вытащи, Пак. Пак, ногу вытащи оттуда. Пак, ногу вытащи, нужно заправить ее. Вот замочек. Хорошо, только не торопись. Хорошо. Хорошо, собирай, собирай его. Нужно за спину выходить, Пак. Пак, за спиной контроль поработай. Ноги заправляй. Ноги заправляй. До конца. Ногу заправь. Ноги заправляй. Заправляй, заправляй, Паша, заправляй. Вторую. На него выйти, на него в мау. Время. На него. Паша, вставать надо. Паша, оттягивайся, вставай. Колено в живот, вставай. Оттянись. От сетки, да, давай. Пах, полторы минуты прошло. Да-да-да. Молодец, молодец, давай, давай, давай. Не давай тут работать, ручки вяжи, вяжи руки. Руки завязывай. Завязывай, завязывай руки, не давай поджимать. Вяжи, вяжи ручки, действия нет, стойку подниму, вяжи. Выше локтя забирай, пах, да. И вставай, он оттягивается, встать может. Готовится пара в финальном поединке среди девушек. Давыдова. Минута осталась до конца раунда. После них полуфиналисты среди мужчин весовой категории до 70 кг. Поднимайся! Иван Дуром, Личманов Дмитрий. После них Кумчуков. Поднимайся! Пах, ногами оттолкни, встань! Оттолкни! Оттолкни, вставай! Спиной не разворачивайся! На него! Куда спиной? На него надо! Спину не отдай! На него разверни! Пах, 40 секунд осталось! На него разворачивай. 30... участники, призерам возрастных категорий 2010-2012 год и 2008-2009 собраться в год пьедестала. Начинаем награждение. На него разворачивайся. Пак, 20 секунд осталось. Вставай. Пак, куда в спину ложь? Колени. Вставай, Паш, вставай. Вставай, вставай, вставай. Вставай, вставай, вставай. Пах, 10 секунд, вставай. Хорошо. Давай, хорошо. Внимание, призеры, строимся. Фотографов, просьба сюда подойти, особенно фотографу Оксану. Время. Хорошо, ручки пособраны. На него не встречай, почему не встречай? Правый встреч. Правый, да, оттянись, оттянись. Хорошо, оттянись до конца. Вот так. Руки вставлять надо. Весовая категория 20 килограмм. Второе место занял Шеленков Денис. И чемпионом стал Месрапян Ваган. До конца, Пах. Да, ребятки, на пьедестал бежим. На пьедестал бежим. Ногой голову отожми, ногой голову. Ногу закидывай через голову. Не давай выходи. Победу одержал Братанчук. Пах, слеповать надо на меня. Паша, слеповать надо. Пах, держи руки, масти, масти. К сетке надо, Пах, от сетки вставай. Шеленков Денис. Паша, от сетки вставать надо, к сетке, шею не дай. Хорошо. Прошла минута, Пах. Весовая категория 28 килограмм. Третье место занял Чистопьянов Ярослав. Пах, вставай, вставай. Третье место в этом возрасте занял Месрапян Ваган. Вставай, отец. Второе место занял Мирошниченко Иван. И чемпионом в этой весовой категории стал Богомолов Антон. За голову хватай, накатывай. Не мешай, не мешай. Назад, не мешай. За голову хватай. Вот и схвати. Вот так он называется. Даликов Руслан, Рахимжонов Амаль. Давай, 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 давай,
Халиков Руслан, Рахимджонов. Вася, вперед проваливай. Давай на ноги. Я прямые ноги проваливай. Можно вас попросить, два шага назад. Все равно все увидят. Давайте. Ваш, провалить надо. Ваша, надо провалить его. Не давай, не давай растягивать. Весовая категория 32 килограмма. Третье место занял Бирюков Ярослав. Третье место Белый Юрий. Второе место занял Ульянов Семен. И чемпионом этой весовой категории стал Исмаил Владимиров. Вторую возьми, Паша, вторую ногу. Вставай, Паш, вставай. Паша, вставай. Ногами толкай. Паша, 20 секунд. Спиной не разворачивай! На него! Его видит он же! Бежи! Вот, твой молодец! Егор, сейчас! Не спеши! Пока, осталось 10 секунд! Вяжи руки! Повяжи руки! Вяжи, чуть осталось! Вяжи руку! Вяжи! Стоп! Весовая категория 36 килограммов! Акмаль! Амаль! Ручки подсобраны! Паш, ручки подсобраны! В клетку готовится выйти финалист среди девушек. Давыдова Полина синий угол и Русиняк Дарья красный. В октагон приглашается Ким Максим Кивинцев Андрей. Сейчас надо, Паша. Паш, руки пособраны. Давай, Паша. На него сразу. Весовая категория 44 килограмма. С корпуса. Второе место занял Ремонтов Кирилл. Хорошо, занял контроль. Плотный контроль. Куда даешь мастить? Кравчуков Янис. Куда даешь мастить? После финального поединка среди девушек. Паш, вяжи руки. Встретится Митюков, Митя и Мутая Фомицев Андрей. Вяжи руки, Пах. И масти в сторону. Право-влево, масти. Масти в сторону. Колено живота скидывай, на него разворачивай. Первого назвавшегося синий, второй красный. Паш, уходи. Паш, свиповать надо. Масти в сторону, раскачивай его. Возрастная категория 28 килограмм. Возрастная категория 2008-2009 год. Вес 28 килограмм. Второе место занял Самчуков Юрий. И чемпионом стал Козлов Егор. Спину забрать. Паха, спину. Под себя ногу затягивай. На него выходи, Паша, выходи. Забирай. Вставай. Вставай, Паша, вставай. Полторы минуты. На него ножки. Паша, надо биться. Чуть осталось, полторы минуты. Надо поработать, характер показывать. Обойди ногу, можно. На него разворачивайся. Паша, на него разворачивайся. Куда даешь так? Два шага назад, пожалуйста, призер. Повторно в октагон вызываются Ким Максим и Винцев Андрей. Весовая категория 32 килограмма. Второе место Тимошенков Константин. И чемпионом стал Алгуков Кирилл. На него, ногу забирай. Я понял. Минута осталась, Паш, минута. Вставай на ноги, скидывай. Паш, вставай, скидывай вперед. Зайдите внутрь, да, сейчас после этой съемки выйдет. Паш, скидывай, Паш, не давай бить, скидывай. Паш, скидывай. Вяжи руки. Паша, вяжи руки, завязывай руки. Паша, завязывай руки, мости. Давай на ноги резко. Весовая категория 36 килограмм. Третье место занял Гасмила. Третье место занял Летнев Богдан. Второе место занял Андрей Борис. И чемпионом стал Горячкин Никита. Разворачивайся на него. Паша, кувыркайся. Ногу за. Давай. Стоп. Время стоп. Весовая категория 40 килограмм. Третье место занял Еленовский Юрий. Победу в данном поединке одержал Белоусов Егор, клуб «Неудержимые». Также третье.